Добрый вечер, дорогие друзья. Что-то скорые тут пролетели, да пожарные. Решил записать. Прям передо мной что-то там произошло спереди. Какой-то большой акцидент. Несколько машин, видать, замешано. Но одна он спереди точно сильно стоит. Разбита вся. Сейчас увидим. Так вот в Америке. Получается авария, вот только что прям грохнулись. Наверное, минут 5 прошло. Ну, 7 максимум. Вот за 7 минут. Тут собрались и полицейские, и скорые, и пожарники. Я уверен, что еще подъедут люди. И амбуланс. Пожарник с фотоаппаратурой подъехал. Сейчас, наверное, будут двери разрезать. Походу, там машина зажала кого-то. Вот здесь вот. О-о. Да, с той стороны в машине кого-то зажало. Будут разрезать машину. Потому что, походу, ее сюда не вытащат, на эту сторону. И этого парня зажало. Это вообще, наверное, спереди, вот с левой стороны, на Лэнсе, он вообще, наверное, ни при чем. А вот эта девочка... Фиолетовой машине 100% красной кофточки виновата. Ну ладно, не буду больше народ тревожить. Так вот тут работает. Быстро сейчас будут помогать всем. Очень нехорошее состояние, когда машины бьются.